Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А что творишь? Я успела себе кушать. Да, завтракаешь? Да. Нравится таким образом завтракать? Да. Все, Жорка себе набрал? Да. Да. Колбаска. Завтракаешь? Сиськи, сыр, омлет. Да. Жорка себе понабирал. Это мы в гостинице «Палас». Мы в Ялте. В Ялте, вот так вот. Красивая гостиница. Мне нравится. Жорке нравится. Так, мы позавтракали. И да. Теперь куда мы топаем? Мы сейчас топаем на канатную дорогу. На канатную дорогу, да? Да. Поедем на смотровую площадку? Да. Поехали. Вот 5000 рублей. Ну, будешь покупать билеты? Да. Давай, бери. Один детский с 5 до 10, мне 9 лет, и два взрослых. Жорка отсчитался. Мамочка пошел. Мамочка, ты нам будешь махать рукой? Хотел на зеленое. Вон она пошла. Да? Ну, в принципе, зайдешь, да. А Жорка пошел. Я закрою. Оп. Оп. Все. Поехали. Впереди мама едет. Опять кабинка на двух человек, да, Жорка? Да. Не разрешили. Втроем поехать. Да, ну, это ничего. Как в Харькове кабинки. Ну, не совсем. В Харькове полностью закрыты кабинки. А здесь вот. И вот такая вот красота. Здесь. Кипарисы. И улавливатели под кабинками. Это на случай, если вдруг кабинка оборвется. Ну, я не думаю, что они какие-то очень действенные. Так, поднимаемся выше, выше, выше. Эти кабинки как в Харькове. Посмотрите видео в Харькове. Мы катались на канатной дороге. Ну, только что. Но только здесь нет стекла. Да, а в Харькове были закрытые кабинки, точно. Да, а вот здесь не было. Высота не очень большая, да? Да. Ну, 10 метров максимум. Вот под нами машинки проезжают. Мне нравится. 77-я кабинка. Жорка, а сколько кабинок? 49. 49 на всю канатную дорогу. Открывается вот такой красивый вид. Горы прячутся за тучами. Под нами идет вот такие вот ступенечки. Мы уже рядом со станцией. Мы подъезжаем к конечной. А потом ты один. О, мама вышла. Все, выходите. Да. Да, хорошо. Так, приехали. Вот такие ступеньки вверх. Так, площадку нашел. Нет, там что-то написано. Что-то написано, да, вот якорь такой. А тут, конечно, раритет.
такой Ford Mustang. Шикарная машинка. Да, красавица машинка. Ну, рядом с мамой и с Жоркой тоже подходит как раз для них. Такая красотулечка. Такой интерьерчик внутри. Ой, какая прелесть. Вот такой вот раритетик. Как побежал на смотровую теперь. Вот у нас экспонаты. Ну красиво, черт побери. Вот такой красивый вид открывается. Очень красиво. Жился, да, с робокопом? Да, Жорка? Да. Поздороваешься с ним? Привет. За лапку. Пять дашь? Это пила. Класс. А это пила, да. А это как пулемет, да? Такой ту-ту-ту-ту-ту. Да. Вот такая пила. И вот такой вот, да, робот. Качельку себе нашел. Да. Ну. Вот так. Забрались сюда. О, на мама нашла себе замену. Хотелось прокатиться с этим мотоциклистом. Конечно. Вот такой мотоциклист. Все, мамочка поехала. Пока-пока, мамочка. Пока-пока. Зеленый, как Жорка любит. Жорка, закрыт. Я закрою, не переживай. Хорошо. Раз. Закрою. Молодец. Кам. Верхняя станция. Очень красивая, да, была верхняя станция. Да, Жорка? Да. Маму догоним уже внизу только, на нижней станции. Нижняя станция тоже красивая. Ну, тоже красивая, конечно. Идем на нижнюю станцию, Жорка решил перекусить, да, Жорка? Да. Да. Это что такое у тебя? Паста из фундука. Скакала и пшеничная палочка. А пока, покажи мне. Угу. Понятно. Ну, кушай. Девочка выходит. И мы готовимся с Жоркой. Вот такая канатная дорога. Класс. Что, понравилось? Да. Класс. Хорошо.